Вы хотите быть сами дизайнером своего интерьера? Сегодня с нашим абсолютнейшим бестселлером, безоговорочным хитом телеканала Shop & Show, Тюлем Мелодия. Это возможность. Подожди. С ним возможны чудеса. Быть дизайнером интерьера. Каждая женщина мечтает об этом. А как? Юля, расскажи нам, как? Восемь цветов на выбор. Восемь, Надя. 8. Абсолютно под любые портьеры. Это раз. Плюс современная ткань, не кружевной скучный тюль, а современная вуаль. Это два. Так. И тюль, который может самостоятельными шторами вам служить. Ну что ж, давайте пройдемся по цветам. Их целых 8. Приятная пастельная палитра, вкусные цвета. Глаз невозможно оторвать. На окошке у нас голубой и зеленый. Обратите внимание, два холодных оттенка, очень модных в этом сезоне. Почему повесила специально на окно, чтобы вы обратили внимание на трендовые цвета. Голубой, а еще у нас есть целая стойка цветов. Желтый, оранжевый, розовый. Давайте помедленнее рассмотрим, для того, чтобы рассмотреть нам все цвета. Оранжевый цвет, посмотрите, вот он апельсиновый, для энергичного интерьера. Появляется розовый цвет надежды, цвет спокойствия, в детскую, женскую спальню. А следующий, это что, лиловый или сиреневый? Фиолетовый. Цвет, очень приятный и тоже является одним из самых модных цветов этого года. А смотрите, у нас два белых цвета? Не два белых цвета, а кремовый и белый. И белоснежный. Классика. Друзья, номер телефона вы видите на экране. 8 800 301 60 90. Звонок бесплатный, если вы живете в России, абсолютно с любого уголка. Поэтому смело набирайте. Бесплатные звонки, бесплатные соединения. Но вы же понимаете, что за такие цены у нас могут образоваться очереди. Так что дозванивайтесь, а у нас звонок в прямой эфир. Звоночек. Здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте, здравствуйте, девочки, здравствуйте. Хочу сказать вам огромнейшее, преогромное спасибо. Вы знаете, я вот тюль повесила, вот купила в трех цветах, повесила в гостиную, как вы мне, кстати, советовали, а другую классическую белую в другую комнату под шторы повесила. Очень красиво. А как ко мне зовут? Заходят все соседи. Меня зовут Эля. Очень приятно. Я звоню вам из Нижегородской области. Кстати, привет вам от всех наших соседей. Спасибо большое. Постоянно вас смотрим. Хорошая тюль, очень хорошая. Хорошая и плотная. Стирать вам будет ее легко. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо вам большое. Спасибо за отзыв. И цена, кстати, очень удачная. Спасибо вам большое. Ну что ж, до свидания, Эль. На вашем примере многие телезрительницы захотят, вы захотите пригласить соседку и сказать: смотри, какое у меня окно. А у меня созрел вопрос. Юль, а если вот я хочу прям быть дизайнером, я могу два цвета, вот как у нас, посмотри, использовать, как сочетается. Правда? Да, посмотри, как красиво морская палитра сочетается. Окно все утопает в роскошной пышной драпировке. Вуаль! Драпируется потрясающе. За это я ее как эксперт, как дизайнер обожаю. Посмотри, Надюша, какие фактурные складочки. Главное, вот ты говоришь, густые. Да. Ты говоришь, зеленый цвет, но он очень нежно-зеленый. Нежная тона, правда, ты заметила. Голубой тоже потрясающе смотрится. Какая драпировка. Друзья, я бы эту тюль повесила, ну, на несолнечную сторону, просто как самодостаточное украшение. И я бы взяла, знаете, я хочу быть смелой, дерзкой. Я действительно повешу два цвета. У меня много фиолетовых оттенков. В детской комнате хочу розовый и сиреневый. Тебе идеально подойдет. Тюль Мелодии, почти все цвета между собой сочетаются. Это тоже секрет нашего бестселлера. Действительно, сочетаемость между собой. Играйте как угодно с цветовой палитрой. Сколько возможностей, чтобы изменить интерьер? Казалось бы, только с помощью одного тюля. Трехметровая ширина, 260 высота. Обработка очень хорошая. Это вуаль, полиэфирный шифон, плотный и прочный. Стирайте. По поводу стирки, вопрос, так. Полуэфирный шифон. Вопрос, как часто можно стирать? И можно ли стирать, я не побоюсь это слово, в стиральной машине? Потому что стиральной машине, Надюша, можно, ну, лучше на деликатной стирочке, деликатной. 30 градусов, так, режим. 999 рублей, 8 цветов на выбор. Желтый, оранжевый, розовый, сиреневый. Есть еще цвет бежевый. Фиолетовый, кремовый и белый. Вот сколько всего. Давайте посмотрим, как будет примерно смотреться в вашем интерьере. Посмотрите, как освежает тюль Мелодия любое помещение. Особенно помещение, которое лишено света. Да. Ведь полиэфирный шифон переломляется. А если у вас много света в квартире, и вы хотите защититься от него, подберите к вашим портьерам, которые у вас уже есть, не белую вуаль, а любого цвета, более интересного. Это же так захватывающе. Нежное летнее платье для вашего окошка. Роскошный тюль, потрясающий в 8 цветах. Фактурные складки прекрасно стираются. Очень красиво вписывается в любой интерьер, подходит к любым портьерам.